такие живые, яркие, интересные. Все это о видеороликах, которые прислали на адрес организаторов участники крупномасштабного городского конкурса «Видеозахват». Молодые режиссеры, операторы, сценаристы с удовольствием экспериментируют с жанрами, испытывают новые схемы и методики подачи, визуализируют и предлагают опытным взрослым в своем видении жизни и актуальных проблем. Авторы большого творческого состязания всегда стараются предлагать актуальные темы и интересные формы подачи, а молодежь с удовольствием откликается. Городской конкурс видеороликов «Видеозахват» в этом году проходил в 6-й раз. Можно сказать, что он еще достаточно молодой, но нам приятно видеть, что количество участников из года в год увеличивается. Например, в прошлом году у нас было 49 работ, сейчас 63. И количество учреждений образования тоже было 20, стало 28. Это очень приятно, значит, мы работаем в нужном направлении. Одна из обладательниц почетного первого места, учащаяся гимназии номер 2, Валерия Елина. В номинации «Дело мастера боится» она рассказала об успехах своей мамы, Олеси Елиной, которая, к слову, вошла в список Forbes как автор самого успешного проекта в период пандемии. Я увлекаюсь видеосъемкой, монтажом, года 3, уже 4, наверное. Но я раньше нигде не участвовала, то есть делала это все ради себя. А сейчас решила попробовать, и мои старания оправдались. Я заняла первое место, я очень этому рада. Организаторы уверены, что конкурс будет продолжаться и дальше. С каждым годом количество желающих принять участие только увеличивается. Плюс растет и качество предлагаемых для осмотра работ. Такой повышенный интерес говорит о том, что мероприятие такого формата интересно юношам и девушкам, которые живут желанием творить и создавать что-то новое и интересное. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.